зовут? А, нет, это не Львовский. Это Миша. 1912, 1914. Где же? Возьми, возьми. Там ничего не видишь. Вот отсюда зайди. Сейчас порвем друг друга. А? Сейчас порвем друг друга. Я не знаю, это вам, может быть, надо держать? Куда вот эти... А, а что? Сегодня режу еще и 500, и 1000. Равняй! Смирно! Больно, не разговаривать, слушать меня внимательно. Ну, спасибо за то, что пришли. Поддерживаете спорт, занимаетесь спортом. Сегодня открытие сезона, кросс называется прогрев, Славянская весна. Поскольку место, где мы находимся, основа, Славянское озеро, Славянский лугопарк. Соревноваться вы будете на двух дистанциях. Девочки 500 метров, мальчики 1000 метров. Возрастные группы вы там уже записали. Три возрастных группы. Старт общий. Линия старта справа от вас, я покажу. Даю команду на старт, Иван. На старт. Я этого шаг назад делаю. На старт. Марш. Ура! Финиш сюда. Сюда на финиш. Так. Первая! 52. Вторая! 1,52, 1,53. Третья! 1,53, 1,53, 1,53. Вместе! Четвертая, пятая! Шестая! 2,04. Седьмая! 2,09. Восьмая! Вместе! Девятая-десятая вместе! Одиннадцатая! Давай-давай-давай, быстрее-быстрее, добегай! Давай-давай-давай-давай-давай! Одиннадцать и шесть, карточку! Дарина! 11,6. А что такое 11,6? Так, ну что, теперь записываем. Вот техника, оказывается, первая пиши. 1,52. Есть. Один. Подожди. 53, 56. 1,53. Да, есть. 1,57. 57. 2,02. 2,04. 2,08. 2,11. 2,18. 2,25. 2,36. Даже две вместе. Два раза по две финишировали. Где финиш? Ты финиш там? Ну там. Здесь через финиш, каждую секунду. Здесь финиш? Да. Сейчас мальчиков готов. А сколько их всего будет? Где этот результат? Подряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. Напиши, девочки, 500 метров девочки. Давай, так, мальчик, первый результат. Мальчик. Давай. Второй. 4,32. В нашем полку большое событие произошло. Алина Николаевна.
вы все ее знаете. На прошедшем чемпионате мира по лыжным гонкам в Финляндии завоевала серебряную медаль в гонке за 30 километров. И гонковую медаль в гонке на 10 километров. Это высокий результат. И еще страшнее результат, немалый результат. Показала Нина Митрофанова. Коста! Марш! Ура! А вдруг хочет песка, пипи! Макова, мастера спорта. Вот такая ее.
мне 41.01. Давай, давай, держи. Сюда, сюда, сюда! Сюда! Идете правильно. 43.12, 43.13. Интервью номер один с президентом Союза ветеранов спорта Харьковской области Зудиным Николаем Яковлевичем. Николай Яковлевич, сегодня на Савянском водохранилище проходили соревнования, пробег, открытие сезона. Пожалуйста, расскажите о истории этих соревнований. И сегодня участвовало очень много детей. Это впервые. Раньше участвовали немножко постарше. В общем, пожалуйста, о этих соревнованиях подведите, пожалуйста, итог. Добрый день. Сегодня 9-й раз на Основянском лукопарке состоялись соревнования «Пробег Основянская весна». В соревнованиях соревновались на дистанциях 500 метров и 1000 метров юноши и девушки, 4 километра, 8 километров и 12 километров взрослые и ветераны. Соревнования организовали Союз ветеранов спорта и областной центр «Спорт для всех». Проводятся соревнования ежегодно и будут проводиться ежегодно. С каждым годом становится все больше и больше участников. Вот. Трасса хорошая в этом году. В этом году весна ранняя, льда нет, снега нет. А вообще проводятся они каждый год, последнее воскресенье марта, по любой погоде. Сколько участвовал человек? Участвовало в этом году, ну сейчас подводят итоги, заявилось около 80 человек. Очень много детей в этом году. Ну, не очень много, но для нас очень много. У нас дети редкость, потому что в основном ветеранская организация начинала эти соревнования. Сейчас все чаще и чаще подключаются дети. Интервью номер два с победителем в беге на 12 километров Сахаровым Сергеем. Сережа, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях на дистанции 12 километров, ваша тактика бега и как вам сегодня бежалось, легко или хорошо, какие у вас были соперники? Да, меня пригласили сегодня на соревнования, когда проводились на Советском водохранилище. Тут замечательные пейзажи, очень хорошие спортсмены, мои друзья, и которые создали мне конкуренцию, ну, легкую такую. И по ходу дистанции были очень красивые места. Также был хороший карьер песочный, потом заход на лес, там, где все начали отставать потихоньку, кто начал прибавлять, кто начал там делать соперничество. И по ходу леса там очень красивые пейзажи, там и некоторые пикники, там шашлычки такие есть, чтобы посмотреть, и чтобы поболели за тебя. Вот. Ну и, конечно же, бежалось хорошо. И, как говорится, первый круг изменочный, второй круг уже пошел так спокойно. Ну, в конце немножко прибавило, как все-таки тактика спортсмена. И, ну, вот уже было финишное набегание, то есть и хотел показать, как надо бегать, проверить своих соперников, то есть, ну, и показать, как говорится, класс. Вот, ну, и спасибо организации Харьков, ну, «Спорт для всех», вот, Харьковский областной центр, за такое проведение соревнований. И хочу пожелать, чтобы таких соревнований было побольше, чтобы было больше участников, чтобы как-то, ну, вот, и можно было бы уже сам отбегать. И все-таки это как бы открытие сезона, и чтобы и участников уже было с каждой раз все больше и больше. Спасибо. Начинай кричать. А ты будешь... Тихо! Куда наводить? Ты говори, кого? Кого будет поздравлять? Награждается тихо мастер спорта международного класса, серебряный призер Кубка мира в 48-часовом беге Нина Митрофанова. Ура!
Деди, главный специалист областной конторы «Спорт для всех». Ой, центра, я не так сказал. Областного центра «Спорт для всех». Андрей Нечипаренко награждает детей, завоевавших первые, третьи места. Ты давай фамилии называй. Почему какие первые места? Абсолютно первое место, пожалуйста. Абсолютно нужно. Все. Да. Интервью. Интервью номер 3 с победительницей в беге на 4 километра среди девочек. Голова Дарина. Учащийся 104-й школы. Дарина, расскажите, пожалуйста, о том, как вам было преодолеть, тяжело или нет, кроссовую дистанцию по бездорожью? Дистанция была тяжелая, но интересная. Соперников было много, было очень красиво. Особенно, когда я бежала возле леса, там очень высоко. И видно очень много Харькова, видно очень красивое озеро. Вот. И мне вообще все понравилось. Особенно то, что я получила первое место, это всем понятно. Вот. И спасибо большое комитету «Спорт для всех», который помог в проведении этих соревнований.